Мы эти дома снесли, сформировали земельный участок, включились в программу строительства образовательных учреждений. В этом году будут выполнены работы по закольцовке сетей в 22-м микрорайоне. И, соответственно, и качество воды, и необходимое давление будет обеспечено во всех домах 22-го микрорайона. Застройщик экономил, соответственно, средства, когда строил микрорайон, поэтому сделал совмещенные ЦТП и ВНС. По-хорошему, насосная станция водопроводная должна подавать холодную воду на верхние этажи, но, соответственно, ЦТПшка подает горячую воду. Сейчас мы ведем планомерную работу по целому ряду микрорайонов, по организации схемы дорожного движения, установки знаков, введения там, круговых движений, односторонних движений.